Итак, герой нашего хоум-видео. Все-таки чуть пострадал из-за того, что я брезгаю под доспешниками и кольчужными вставками. Когда оторвался на локотник, давай покажем. Из-за того, что он был приклепан на тонкие ремешки без шайбы, мяч все-таки проник и протянул мне вдоль руки однажды, хотя я это даже не заметил. Ну, ладно. Это говорит о том, что состояние доспеха тоже играет немалую роль в безопасности бойца. Абсолютно верно. Вот крестовку мы сегодня разрубили ремень. В общем-то, да. То есть, по сути, по идее-то все вот эти ремешки тоже надо защищать, потому что острое оружие у них... Какими-то просто пряжками, да? Ну, не пряжками, может быть, какими-то накладками даже. Потому как отрубишь ремешок, рука упадет, а дальше боец без оружия. И без руки. Ну, мы можем... Давай я попробую с одной рукой продемонстрировать примерно, что я сегодня показываю. Когда Константин меня атаковал, атака, я старался не бить линии атаки и принять это дело на плоскость, чтобы потом провести прием без оружия. То есть вся основная задача работы в латах — это использовать эти латы. Атака еще. То есть я ухожу с линии атаки в другую сторону. Ухожу с линии атаки и работаю на стрижке.